На этот раз к пунктам доброжелательность, коммуникабельность, знание иностранных языков добавились неконфликтность и умение взаимодействовать с нетрезвыми фанатами. Формат предстоящего мундиаля отличается от Олимпиады и от хоровых игр, где работали сочинские волонтеры. И в первую очередь разница в зрителях. Мы проводим специальные тренинги по ограничению агрессии, по неконфликтности, то есть как ребятам взаимодействовать с не совсем, допустим, трезвыми фанатами. То есть вот для нас в плане безопасности это мероприятие, конечно, более сложное. Наша задача донести до ребят, чтобы они именно вот эту функцию выполняли, да, то есть создавали атмосферу гостеприимства и радушия в нашем городе. Волонтеры к предстоящей работе готовятся и самостоятельно, изучают историю проведения чемпионата, углубляются в знания родного города. Ну а в вопросах взаимодействия с болельщиками прислушиваются к специалистам. Дали несколько советов. Например, правильно направлять людей к своим, так сказать, группам по интересам. Когда волонтерил на Олимпиаде, я общался с иностранцами, приезжими командами. Это было крайне интересно. И сейчас я хочу также пообщаться с интересными людьми из других стран. Помимо функций и задач, которые стоят перед добровольцами, сочинским школьникам и студентам рассказали и показали, в какой экипировке они будут работать на чемпионате мира по футболу. И брюки превращаются, нормально не превращаются, в элегантные шорты. Да, аплодисменты Артему! Городские волонтеры. Всего же планируется обучить 1580 городских волонтеров. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.